Почему девы лучший знак зодиака? Есть 10 причин, которые мы перечислим в этом видео. Девам подарили превосходные качества. Они внимательные и принципиальные, что делает их одними из самых необыкновенных людей. Подпишись на наш телеграм-канал, у нас там денежные призы. Приятного просмотра. Первая причина – дева спокойна и скромна. Чтобы вывести из «сумрака» истинную деву, нужно что-то необычное. Обычно этот человек предпочитает оставаться в тени и не привлекать внимания к себе. Он живет спокойной жизнью, контролирует свои мысли и чувства, и имеет чувство меры во всем. Никогда не будет демонстрировать свои таланты или превосходство, и избегает шумных мест и многолюдных мест. Вторая причина – дева умеет видеть целое в деталях. По словам известного выражения, дьявол кроется в деталях. Это утверждение справедливо и для девы, которая весьма наблюдательна и умеет заметить даже самые мелкие нюансы во всех сферах жизни. За критическим отношением к окружающему миру скрывается стремление девы сделать его лучше. В поисках совершенства этот перфекционист обращает внимание на малейшие недостатки, которые требуют исправления. Дева может быть доверена самая сложная работа, потому что она не упустит ничего важного из вида, детально исследует любую проблему, правильно спланирует и заметит возможные риски вовремя. Третья причина – дева внимательна к окружающим и отзывчива. Умение девы обращать внимание на мелкие детали проявляется и в ее взаимоотношениях с окружающими. Она всегда улавливает, если кто-то из ее близких испытывает плохое настроение и первый же отправится за необходимым ради улучшения его состояния. Будучи хорошим наставником, дева всегда готова поделиться своим обширным опытом и дать необходимые советы, которые помогут достичь наилучших результатов в выполнении любых задач. Подпишись на наш телеграм-канал, у нас гороскоп для всех знаков зодиака каждый день. Ссылка в описании видео. Четвертая причина – дева любит порядок и дисциплину. Дева отличается прекрасным желанием создать и поддерживать порядок вокруг себя и привнести организованность во все. Она всегда приходит вовремя на важные встречи, точно и быстро выполняет работу. Дома у нее все чисто и аккуратно, а мысли организованы и структурированы. Благодаря тщательному отношению к своим финансам, дева постоянно имеет запас на черный день. Пятая причина – дева осторожна и осмотрительна. Предельная осторожность – это главный принцип девы, проявляющийся во всем в отношениях с людьми, в принятии решений, а также в повседневных делах. Дева – тот человек, который не торопится с решениями и тщательно взвешивает все за и против. Именно благодаря своей осторожности дева активно следит за своим здоровьем. Она знает, что важнее предупредить болезнь, чем потом лечить ее. Шестая причина – дева трудолюбива и работоспособна. Дева – это практически единственный знак зодиака, который не умеет бездельничать. Отдых для девы заключается в смене деятельности. Она беспрерывно трудится, стремясь улучшать каждый свой навык, и не нуждается в частом контроле, чтобы быть продуктивной. Не оставляя незавершенных дел, дева достигает профессиональных высот и совершает большие успехи в жизни. Седьмая причина – дева терпелива. Люди, рожденные под знаком этого социального знака зодиака, мастера терпеливого ожидания и не приемлют создание событий насильственным образом. Они могут усердно работать, выполнять рутинные задания, а также справляться со сложными проблемами, устанавливая долгосрочные отношения с другими людьми. Усидчивость и сдержанность являются ключевыми качествами этого знака, обеспечивающими ему способность управлять собой в любых обстоятельствах. Восьмая причина – дева практична и прагматична. Дева характеризуется максимально рациональным подходом к любому делу и к жизни в целом. Для нее экономия играет важную роль, она хранит деньги, избегает заемов и старается экономить. Рисковые мероприятия, необоснованные фантазии и безрезультатные мечты не привлекают ее внимания, так как дева всегда думает о будущем и ценит то, что имеет. Однако, несмотря на свою практичность, у девы огромное сердце, и она не откажется помочь тому, кто нуждается в ее помощи. Девятая причина – дева тактична. Истинная дева всегда отличается отсутствием грубости по отношению к окружающим, не идет на конфликты, не любит спорить. Именно поэтому она легко превращается в хорошего лидера, который тактично относится к подчиненным.
Однако ее жесткость и угрожающее поведение могут вызвать резкую и неприятную реакцию. Десятая причина – Дева необычайно умна и интеллигентна. Каждый представитель знака Девы – блестящий аналитик и философ, который устремлен к принятию решений по обдуманным доводам. У них восхитительно сочетается интуиция и ясная логика. Способность глубоко анализировать ситуации, высокая ответственность за свои решения и стремление к постоянному развитию делают их весьма успешными в научной деятельности. Высокие требования, которые они предъявляют к себе и окружающим, помогают улучшить мир вокруг нас. Любая сфера жизни без Девы сложилась бы куда хуже, поэтому их роли невероятно важны. Это только одно из многих позитивных качеств Девы, и каждое новое знакомство с этим знаком открывает новые грани его личности. Все это делает Деву превосходным и одним из лучших знаков зодиака. Если тебе понравилось видео, лучшей поддержкой будет твоя подписка. Спасибо за просмотр!